Привет, друзья! С вами Владимир Толочко. А на обзоре у нас сегодня Mitsubishi Outlander 2016 года. Автомобиль до $5000, который был приобретен на аукционе IAAI, Insurance at Auction. Итак, приступим к осмотру. Car Star, 23 тысячи миль пробег, 16 год, продавал страховая компания Geico Insurance. Продавался как не ездящий, но заводящийся Car Start. Вот так вот выглядит передняя часть. У нас есть момент с фарой. Она поцарапана вся. Немного поцарапан бампер. Вот этот вот хром, если вы видите. Здесь бампер. Как мы и сказали, на автомобиле 23 тысячи миль пробег. Черный кожаный салон. Целые ремни. Тут ремень также целый. Целый потолок. Так, автомобиль шел с аукциона с одним ключом, если вы видите, вот так вот. Ну что ж, давайте заведем. 23-159. Так, автомобиль завелся. Что у нас? Брейк. Горит лампочка. Работает музыка. Работает камера заднего вида. Здесь у нас внутри оторвана, как видите, отломана часть. Я думаю, даже можно приспособить. Далее пройдем, что у нас тут далее. Вот так вот выглядит салон изнутри, задние сиденья. Эта часть у нас полностью вся целая, левая водительская. Есть камера, мы уже показали к вам. Она рабочая. Так, что у нас в багажнике? В багажнике мы имеем фара, ремкомплект, ключи, докатка. Основной удар пришелся в левую четверть. Вот так вот выглядит сам удар. У нас к работе вся левая четверть, к замене дверь, работа с подвеской. Сейчас давайте мы поднимем, вам покажем, что к чему здесь. Более детальную дефектовку клиенту мы произведем, опишем и отправим на почту. Всю четверть нужно будет врезать, как вы видите. Да, у нас порог, а подрамник сам вроде бы как целый, но здесь вы видите, уши порваны, здесь часть разорвана, крепление самого редуктора сломано здесь. Сам редуктор болтается, вот вы видите, да, как бы. Вот такой вот автомобиль. Сейчас все просчитаем нашему клиенту, включая цену на подрамник, на всю подвеску, правую сторону. И отправим нашему клиенту, если он захочет, будем восстанавливать, выкупать и отправлять в Украину. Данный автомобиль отправляется в Одессу. Цена данного автомобиля на страховом аукционе составила до $5000 США. 16-й год. Хотите получать подобные автомобили, покупай подобные автомобили. Плюс 1-267-632-4774. Вайбер, ватсап. Пишите, звоните. А с вами был Владимир Толочко, компания Salmotors. Дополнительную дефектовку наш клиент получит на почту. Все, ребят, всем пока.